Приветствуем вас, здравствуйте, мои хорошие. Сегодня вот у нас мы делаем видео розыгрыш призов. Первого приза в честь 1000. Мой муж обещал сделать прямой эфир, но как-то у него не получилось, поэтому мы будем делать видео без монтажа. Вы сами убедитесь, что без всяких там будет потасовок. В общем, мы выбрали 12 человек, тех, кто в течение всего времени продвигал мой канал и помогал мне, и также участвовал во всех обсуждениях каждого видео. И также я призываю вас продолжать писать мне сообщения, продолжать смотреть, делиться обязательно. Кто-то размещает на Инстаграме мои видео, кто-то делится ВКонтакте, кто-то во Фрагрантике. Всем большое спасибо, это очень мне помогает, и меня узнают больше и больше людей, и, соответственно, подписок становится больше подписчиков. У меня в студии две мои замечательные подружки, дочки, доченьки. Одну зовут Даша, самую хохотушку, и Кадри. Они только приехали с Торонто. Все видео вы сможете... Говоришь, что вы были на Кубе, прям где-то там в красоте. Ну, вы были в Торонто, там очень красиво. Ну, я имею в виду, знаешь, что-то загар у нас делал, ну знаешь, как обычно говорят, что типа они только прилетели, ну хотя ладно. В общем, посмотрите, Даша, ты исчезаешь у нас из кадра. Нормально. Иди, давай поближе. Посмотрите видео, в общем, я оставлю ссылочку, так что знакомьтесь с моими девчонками поближе. У Даши свой канал. Если что, я ее буду, как говорят, спамить. Спамить, ну пусть спамит. В общем, еще раз показываю вам все призы, которые мы собрали. Как я обещала, около 2 килограмм посылка, чтобы и нам было хорошо, и вам было приятно. Все и для красоты, и для здоровья. Не качайте, девушка, стул. В общем, давайте смотреть, на чем же мы остановились. Тушь Maybelline, одна из самых новейших. Вот такая вот коробка, Даша, показывай коробку. Вот такая коробочка будет. Я вот ее так запечатаю, закрою и отправим. Что от вас понадобится, когда я произнесу имя победительницы? И, то есть мне нужно будет с победительницей связаться и адрес узнать, потому что адресов-то мы ваших и не знаем, мои хорошие. Еще раз. Такая тушь. Ну, сейчас скидывайте в комментарии, просто. Нет, мы свяжемся через WhatsApp. Серьезно? Ну, это же серьезно. Да. Так, Maybelline, консилер, Даша, да, консилер называется? Для чего консилер используется? Без понятия. Ты же знаешь. Ну, рассказывай. Софию нужно звать. На Софию. Короче, консилер больше подходит для... Он более... Сужает нос, может быть? Нет. Он замазывает что-то лишнее? Да. Хорошо, он замазывает всякие шероховатости, всякие покраснения на коже. Так, дальше. 3 карандашика для бровей, для губок, для глазок. Ну, тут, в общем, глаза нарисованы и брови. Я думаю, что какие-то можно и для глаз использовать, и для подводки губ. И мне кажется, сейчас вообще уже не подводят губы, да? Вот, ну, в общем, вот такие вот подводят, ну, хорошо. Вот, то есть разберетесь сами. Вот такая вот компактная пудра, тоже Maybelline, это тоже из новинок. Fit Me, вот такая палетка замечательная для лета, думаю, подойдет. Тоже также немножко гайд, как наносить, кто не знает и кто еще знакомится со своими глазками, подбирает себе макияж. Далее, 2 пробничка крема новейшего, Prescription Use, то есть это рецепт для молодой кожи. Далее у меня помада Maybelline, вот такая вот тон, такая вот бейдж, потому что я не знаю, девочки, какой это на каждый день, мне кажется, подойдет прекрасно. Angel гель для душа, что дальше, Shimmering у меня, Illuminating, то есть это будет тоже Maybelline, это уже больше профессиональная косметика для подсвечивания, для сияния кожи, тоже это тональный крем. Далее, пробник парфюма Love Diane. Это вот мне что присылали с заказов из Фрагрантики. Это я вот вам, не Фрагрантики, а Фрагрант Секс, я вам отправляю тоже. Это вот я очень-очень люблю, мне нравится подводка для бровей. Тоже вот как студию показано, как пользоваться. Она водоустойчивая. Дальше у меня остается крем Olay 7 Effect Total. То есть все в одном креме, то есть уход и по
поддержания вашей молодой кожи. Фирма Bath and Body Works. Вот такие два крема замечательные. Познакомитесь, кто не знает. И мы так подумали, для счастья и для здоровья витамины Centrum. Чтобы были красивые и здоровые. Кадри стоит, зевает. И вот в такую косметичку я положу косметику. Да, исполню все. Ну, потом сейчас уже в коробку все положила. Вот. Нет, я тоже, пожалуй. Да. Ну, давайте, та-там. Читаю имена победителей. Всем огромное спасибо, девочки. Было много, трудно было выбрать, но вот постаралась выбрать самых-самых вот активно участвующих. Итак, Любовь Ягнич, Украина, Одесса. Виктория Япс, Беларусь, Речица. Светлана Агапова, Украина, Харьков. Татьяна Карманова, Узбекистан. Елена Громова, блогер, я думаю, вы знакомы с ней, Московская область, город Зарайск. Я включила ее, потому что Леночка постоянно пишет мне сообщения и участвует во всех обсуждениях всех моих видео. Натали Окей, Россия, Вологда. Молочная пенка, Марина, Россия, Ростовская область. Лилия Денисова, Россия, Воронеж. Екатерина Киселева, тоже вы знаете, я думаю, многие ее, это девушка, которая пишет много всегда и содержательно, и читаешь как поэму, просто какую-то, все очень интересные комментарии. Я думаю, ей пора уже становиться блогером. Еще раз, Екатерина Киселева, Россия, Владивосток. Ольга Арсенова, Россия, Москва. Натали Прованс, Россия, Санкт-Петербург, и также она живет во Франции, Прованс. И Ингрид Нел, Татарстан, Наиля. Вот так вот зовут, красивое имя у девушки. Итак, 12 человек всего, я обязательно напишу все эти имена всех моих подписчиц под моим вот этим вот видео, чтобы вы познакомились, и мы будем делать... А почему именно 12? Потому что 12 марта первая 1000 было подписчиков. 12 марта 12 человек. Мы написали все имена, положили вот в такие вот замечательные яички, скоро Пасха. Вот. И перемешиваем. Решили, что самым непристрастным у нас будет... Чтобы все по-честному было. Чтобы все по-честному было, будет у нас... Кадри. Мы взяли вот такой вот замечательный шар. Дальше от тебя на всякий случай. Из России. Сургут нефтегаз. У меня вот такой замечательный, новый. Совершенно мама мне подарила шарфик. Так эпично, глаза мне еще не завязывали. Давай, вставай сюда посерединке. Вот. Завязываем мы глазки, кадри. Все, крутим. Я не буду туго сильно завязывать, но ты ничего не видишь, надеюсь? Нет, у меня закрыто даже здесь. Хорошо, дышать есть чем? Да. И все, давайте. Раз, два, три. Мешай. Мешай. Выбирай. Выбрали мы. Открывай. Все, можешь. Все волнуются, все переживают. Итак, внимание. Все закрыли глазки. Еще раз глаза закрываем. Вот такие вот у нас мы положили бумажечки. Итак, та-дам! Молочная пенка Марина, Россия, Ростовская область. Наш победитель. Это самый-самый первый победитель. Еще раз объясняю. С каждой 1000 у нас подписчиков, у нас будет проводиться розыгрыш. Первым победителем у нас стала молочная пенка, Марина, Россия, Ростовская область. Марина, мы поздравляем вас. Теперь самое дело за малым, это связаться со мной, найти мой WhatsApp. Внизу есть все мои телефоны, как со мной связаться. Можете связаться со мной через e-mail или через WhatsApp, Viber. Пожалуйста, пишите, я жду вашего подробного адреса, желательно с телефоном, желательно... чтобы был имя, фамилия, отчество. Ну, то есть, знаете, что в России очень сложно с адресами, чтобы все было подробно, с индексом все указано. Итак,
Вот такая вот посылка идет в Россию. Первая посылка в Россию. Я вас поздравляю, девочки. Надеюсь, все рады и поздравляют Марину. Надеюсь, что вам, Марина, понравится. Жду от вас потом сообщения, насколько вы быстро получили, потому что я знаю, что из Канады очень долго посылка идет. Будем все ждать. И что еще? Одно лишь пожелание – это участвовать, продолжать участвовать, делиться моими видео, продвигать мой канал, рассказывать что-то хорошее. И пишите мне, мне очень важны ваши сообщения. Вы видите, что я всегда отвечаю. И надеюсь, что следующая 1000 не за горами, и мы опять будем делать розыгрыш, но уже, надеюсь, все-таки мы сделаем его в прямом эфире с вами сообща. А может быть, я постараюсь этот прямой эфир сделать и пораньше, чтобы просто потренироваться, как вот вас собирать. Потому что все-таки большая разница во времени. У меня сейчас 6 часов вечера, а у вас, мои хорошие, только ночь началась. Вот так вот. Ну и все. Пока-пока. До следующего видео. Целуем, обнимаем. Девочки, скажите что-нибудь. До свидания. Поздравляю победительницу. Да, Марина Молочная Пенка, Ростовская область, Россия. Пока. Выключай.